Посол Таджикистана в России освобожден от занимаемой должности. На его место назначен Давлат Гулмахмадзода, который до этого был заместителем премьер-министра. Имамуддин Сатаров освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Российской Федерации. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня сменил послов страны в Российской Федерации и Молдове. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента РТ. Так, согласно указу главы государства, Имамуддин Сатаров освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Российской Федерации и по совместительству чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Армения. Освобождение связано с переходом на другую работу, отмечается в указе. На его место назначен Давлат Гулмахмадзода, который сегодня же был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Таджикистан. Также указами президента Файзулла Халбабоев снят с должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Молдова. На эту должность по совместительству назначен посол Таджикистана в Украине Давлат Али Назризода. Хусрав Назири другим указом Эмомали Рахмона освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан. Он по согласованию с президентом страны и решением Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества назначен генеральным секретарем экономического сотрудничества.